приехали сейчас, значит, прошлый год у нас отмеряло 130 детей. Они погружались вот в таком снаряжении, видите, там стоит околанка, потом он зайдет все померить, попробовать, убежать, посмотреть, что это такое, потрогать и так далее. Значит, вы, получается, из двух школ, из Колпина, да? Да. У нас в Колпино есть как раз бассейн, называется «Жорец», наверное, знаете. Да.